Железнодорожники выходили на матч, уже зная, что их конкуренты в борьбе за первое место, «Спартак» и «ЦСКА», проиграли в отчетном туре. Естественно, «Локомотив» постарался увеличить отрыв от них. Минут 25 команда затратила на раскачку, а сигналом к наступлению послужил мощный удар Лоськова. И уже в следующей атаке счет был открыт. Все тот же Лоськов подал в штрафную, где Евсеев головой сбросил мяч на Маминова, который сумел опередить вратаря. После этого остановить «Локомотив» было невозможно. Счет мог удвоить Евсеев, но Поляков справился с его ударом. Затем Бузникин с Жулио Сезаром выходили вдвоем против вратаря, но Максим пожадничал. Завершил этот натиск Маминов. Бузникин, как обычно, пошел в обыгрыш, защитники выбили мяч, но точно на Маминова. Владимир сходу пробил в дальний угол. 2-0. После перерыва самарцы попытались изменить ситуацию на поле, но что делать, если оборона «Локомотива», возглавляемая Сергеем Овчинниковым, считается самой неприступной? Возможности забить у волжан были. Самый реальный шанс упустил Коряка. Мяч после его удара со штрафного попал в перекладину. В остальных моментах уверенно и надежно играл Овчинников. Победа «Локомотива» 2-0.